Всем привет, вы на канале Саня Механик. Сегодня я вам покажу, как на Газели менять вакуумный усилитель тормозов. Вакуумный усилитель тормозов находится под капотом. Вот, это он. Что мы делаем? Отсоединяем фишечку с указателя уровня тормозной жидкости. Здесь снимаем шлангу. Видите, вакуум не шипит. Если у вас рабочий вакуум и рабочий клапан, при снятии вот этого уголка здесь будет характерный звук шипения. Сейчас его не было, у нас вакуум пробит, и он шипит в салон. При работающем автомобиле в салон идет шипение. Здесь откручиваем две гайки ключиком на 17. Одна гайка, и с другой стороны вторая гайка. Открутили две гайки и вытягиваем на себя главный тормозной. Вытянули на себя главный тормозной. Обратите внимание, на главном есть уплотнительное резиновое кольцо. Обязательно обращайте на него внимание, потому что бывает при снятии главного кольцо остается либо на вакууме, либо слетает вниз. И потом здесь между соединением главного тормозного и вакуума происходит подсос воздуха, и как бы якобы вы ставите новый вакуумный усилитель, а тормоза у вас так само неэффективны. Почему? Потому что сосет воздух. Все, переходим в салон. Смотрите, что у нас в салоне. В салоне у нас болт на педали, здесь у нас ключик на 17, и 4 гаечки, ключик на 13. Раз, два, и с этой стороны вот 3, 4. Открутили болт педали. Смотрите, здесь на болту стоят пластиковые втулочки. Если они разбиты, здесь втулки хорошие. Если они разбиты, то покупайте ремкомплект. Видите, здесь втулочки в идеале. Если будут поломаны, они продаются отдельно, болт со втулками. Все, теперь откручиваем гаечки, ключик на 13. И просто вытягиваете сюда. Вот весь принцип, сняли вакуум. Теперь берем новый вакуум и в обратном порядке его устанавливаем. Все, вакуумный усилитель поменяли. Как это сделать, я вам показал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Саня Механик.